10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Так. Походу у меня почему-то не показывает. Не знаю почему. Да. Да, экран не показывает. Надо было перед игрой настроить. Печаль. Надо попробую паузу поставить в игре, если они будут ждать. Не, я не успею, они не хотят ждать. Я, короче, не знаю, как экран включить. Раньше работало, сейчас не работает. Не знаю, что делать. Не, короче. А не, походу... Не, не работает, да? Или работает? Короче, я не знаю, должно работать. Но у меня показывает, что работает в проге. То есть. Я надеюсь, что все хорошо. У меня никого нет онлайн. У него клок. Ну, а ману сразу тратить, потому что он будет выжигать ману. По дефолту. Вот так вот. Изи! Теперь стик. Да, это было идеально сыграно. Добил кого надо. Какой стик. Бля, у нас хуесосы отлетают. Это я проебал крипа, конечно, как лох. Бля. Пиздос, две пачки скелетов. Ну, давайте. О, отлично. Нет, не отлично. Хуёво. Так, я один на один, походу, стою. Надо маму пройти снова. Он мне ее не выжег. Да, я успел. Соси член. Надо купить пояс силы в эсклотверка, потому что, ну, цепок пока не нужен. Одного крипа клокверк не дал. Ладно. На самом деле, ВНГА... Она хоть и дает экспу, но она могла бы лучше играть. Мне надо добрать тролля. Ну, дай тролля. Есть! Изи! Questionable.
Мне надо сделать звук тише в доте. Но это уже не получится. Бля, боюсь, что тут непонятно. Хотя он один, там уже не может никого быть никак. Как? Ну как? Как? Мне нету мана. Я ничего не сделаю. Мне мана нет, нереально. Мне бы стиков не хватило. Поэтому их не прожимал. Если не хватает, то ни в коем случае тратить нельзя. Потому что мне нужны стики против Коферка. На будущее. А ну, в принципе, я буду пушить. Чтобы быстрее получить ПТшку. В смысле, не пушить, я просто хочу крипов добить побыстрее. Но получается, что и пушит. В любом случае тут пушит, потому что слишком много уже крипов. Поэтому это не важно. Мне надо срочно 10 стиков. Ну или 8. Короче, чтобы хватило на ульту. О, нормально. Эти челики дают много экспы. И, короче, вообще кайф. Так, я сделал вкатиш. Вот так, изи. Я съел танго? Лол. Закажу кольцо. В магазине. Мне, кстати, есть мана на стамп. Я ему думаю, дам его. Как только он подойдет, я ему дам стамп. Потому что он все равно выжгет ману. На энивейчах. Нет-нет-нет, хуй. Так вот. Ну похуй. Мне не хватит мана. Никак. Даже если я сделаю стик и прожму ПТ на инту. Всего не хватит. Надо больше стиков. Было бы у меня 7 стиков, я сделал бы 7 стиков и прожал ПТ на интеллект. Тогда бы хватило. 6 стиков нет. Инфа 100%. Капушить не буду. Бля, мне в этой игре надо будет очень много фарма, это пиздец, там герои. Неруб есть, Разор есть. Против Разора надо фарм, потому что он просто высосет урон. Следовательно, нам не нужен радик. Как бы, чтобы дамажить anyway. Охуеть, чмо. У меня, кстати, фарм голимый, на самом деле. Но с этим ничего не поделать. Ванга так себе играет, она могла намного лучше помогать. Типа, один милишник стоит против меня, мы его могли изи прессовать. Пусть и не убивать, но прессовать можно. У меня есть мана, мне пофиг. Нет! Бля, я у... Нет, все нормально. У меня не будет мана, у меня статы заберет. У него есть ульт? 9-й? Лол. Жесть.
Мне тут нечего делать. Я хз, что делать, если я попробую кинуть стан? Не знаю, не знаю. Ну, по идее, если Сларк ворвется, я успею нажать стик и переключить ПТ. Тем более у Сларка пока КД. Он без ульты не пойдет сюда. Да иди в жопу. Ты меня никогда не разведешь. Он всю игру пытается, но еще ни разу меня не смог когами выжечь. Вот буквально ни разу. Я всегда или давал стан, то есть он не выжигал ничего. Или же отходил. Просто я папич гейминг, а у него хуесос гейминг. Понимаете? Вот вся разница. Я хочу победить. Изи. Изи катка. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Закажу свиток пока. Пока, короче, курица прилетит, я уже нафармлю на мантию и куплю тут. Надо включить базиль. Бля, я надеюсь, меня показывает, потому что там были какие-то проблемы с экраном. А, кстати, за меня этот имел много ПТС. У него где-то 6500, может даже больше. Ну я помню, у него всегда было где-то на одном уровне, 6700, где-то так. Давно уже, в смысле, у него так. У него было 6700, когда мне было 6600 на прошлом аккаунте. Так, у меня фулл мана, я тут ничего не боюсь. Изи! Мидас и ПТ, и все. Ну это изи. А, надо, что появилось. Ну, изи, изи, изи. Ой, хорош. Чмол ЛСная, просто, просто дегрот. Это дегрот. Эпик дегр. Просто, блин, засрал мне большой стак. Я проебал кучу времени. Проверю на всякий случай стрим. Я отключу, если он не показывает. Чтобы это лол. Хотя, не знаю. Должно показывать. Да, показывает лол. Отлично. Значит. Ну, в арке пизда, тут 4 человека, это лол. Бля, ну я не знаю, там моноберны всякие. А чё мне туда идти? Лучше бы я фармил, только время проебал. На БМ очень срочно. Там просто герои, пиздец. Против Сладка, против Разора, против Виномансера, это просто БМ как воздух. Your top tower is under attack. У меня левел небольшой, на самом деле. Сларк 11? Как он 11 взял? Сейчас отпиздец. Он сейчас соло мид был, я не смотрел даже, где он. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Ну, у нас вроде ситуация пока норм, кроме того, что у меня фарм так себе. Ну, это должно... Если мы их так будем убивать, ну, вернее, не мы, а мои союзники, потому что я пока ничего не делаю. Мне нет смысла бегать и что-то делать, потому что если я буду так рисковать, так жестко, то мы проиграем. Потому что у меня фарма не будет. Мне очень нужен фарм. Your bottom tower is under attack.
Как бы мои действия сейчас, это игра на 100% победу, чтобы... Пока у нас типа равная катка, потом я выйду с фармом и все. И врагам пизда. Потому что у них нету хардкерри. Ну, кроме Сларка, но Сларк... Большинство людей Сларком не умеют играть вообще. Как бы, именно как хардкерри. Они умеют им вначале там гангать, бегать. Все, изи. Он просрал раз, просрал два. Я убежал. Все, я Сларка догнал, кстати. У нас уже 11 и двоих. Меня это радует. Радует на варимачичах. Так, мне надо заработать мейл и, пожалуй, пойти помочь, щелочку снести. Я смогу заработать больше, если пойду повоюю и снесу вышку. Все, я готов, пожалуй. Бля, наших убили. Нет смысла пока идти никуда. Сейчас надо идти, наверное, на топ обратно. Ну, мид не спасем тут никак, нереально. Я не знаю, зачем туда ТП делают, Верка. Начинаю зафармить этих крипов всех и этих. И будет отлично. Они пошли сейчас куда? Да, ко мне, пожалуй. Но если ко мне портал сделают, то мы должны разбить их, на самом деле. Если ко мне сейчас придет человека 2-3. Потому что у меня есть Blackmail, и пока они меня убьют, они потеряют кучу хитпоинтов. Тут им как бы без шанса меня убить. Даже втроем они меня не убьют. Потому что вот уже один портал есть, следовательно, они просто разобьются от меня. Если бы они тут напали. Так, я, пожалуй, подожду тут и тут. Нет, я тут ждать не буду. Потеря времени будет. Надо зафармить здесь и пойти на мид. Ну, крит, по большому крит. По большому крит. Изи. Так, я должен на мид идти. Я опаздываю, гайс! Сори! Ну, я успею. Уже у них одного забрали. Ну вот они так неплохо меня закрыли, на самом деле. Я по сути ульту проебал, ничего не получилось. Чисто проебал. Ну, тогда надо ждать следующий. Если я умру, вот сейчас умру, это будет очень плохо для игры. Мы можем проиграть. Потому что у них герои противные, мне надо дожить до лайта. Все-таки героев. В лайте они ничего мне не сделают, а сейчас они вот, как бы их золотое время. То, что мы побеждаем, это очень хорошо. Потому что эти всякие разоры и нарубы, они меня напрягают. Когда у меня фарма нет особо. А когда будет радик, это изи. Это реально изи. После радика меня будет напрягать только один герой, это наруб. Потом я собираю БКБ по фасту, когда радик будет, и все. У них все герои юзлес против меня, все 5 героев. Просто юзлес. Что есть, что нет. Это как бы... Буквально еще минут 5, если я не умру, то это победа. 100% будет. Ну, ладно, не даться. Плохо. Надо фармить, 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 фармить. Нет. Негатив. Кто-то идет или что? Нет, нет. Keep your thoughts to yourself. We are in agreement.
Не, она должна сфармить уже стак. Такая задача. Ну, крит по-маленькому. Давай. Я не хочу тратить крит, когда у него мало хп. Он типа фишка такая быстрого фарма за скелета. Надо делать криты, когда много хп. Иначе ты проебываешь время, как бы. У меня еще когда немножко. Ну, в принципе, сейчас будет 15, я пойду змейки фармить. 16. Ну все, я не боюсь, я пошел. Интересно, не знают, что у меня ульта есть? Но реально есть. Да, не пизда. Или мне пизда, кстати. Как там? Жесть. Ну нормально, забайте, вот, они не знали, что у меня есть ульт уже. Реально, очень четко вышло. Потому что у меня как бы по факту и не было еще. Появился последний момент. Даже если не ворвутся, они умрут, у них же нету сладкой ульты. Блять, как он меня достал. Сучий попер. У Сларка ульта через, не знаю, через скоро. Надо тут айги забрать срочно. Мне тут важнее. Ну, есть ульта? Не, нет, лол. Изи. Ну да, все, я по сути я нам выиграл Рошана только что. Вот этим байтом. Давай, отлично. У меня скоро радик. Короче, мы почти выиграли. Не, Сайгис меня не убьют никак. Просто вообще никак. Это надо быть супер дауном, чтобы не знать, где-то вот здесь, против четверых или пятерых, отдаться. Надо только мимо убить Сайгиса. Это единственный вариант. Изи. Ну, ульт надо все равно подождать, как бы, Айгис. Не проебывать он еще. Я думаю, пойду за фармую. Даже сюда пойду пока. Не, сюда. Какой-то челик. Да блядь, иди к черту, лох. Ну бля, барабанов не хватает, чтобы убежать. Че за пиздец? Что ж он такой быстрый? Да. О, тут крипы появились. Между прочим. Все, этого бить не надо, потому что если крит будет, то как бы потеря времени. Надо бить сейчас большого, пока крита не будет. Теперь этого. Оп. Теперь снова этого. Это я еще и узнал очень давно в первом Варкрафте. Это моя фишка личная. Это никто не юзает в мире, вообще никто. Ни один игрок в мире такой не юзает. Ну прям буквально ни один, никто вообще. Я единственный в мире, кто это делает. Личное мое. Так и не продал щит, кстати. Бля, мой хуесос. Так, я думаю, выкину пока стик. У меня есть Айгис. Мне топор нужен, лол, топор — это классная вещь. Ну нормально, я забайтил. Ну еще они не убили, у меня есть Айгис и у меня все есть. Кстати, кого я бил, даже не понял. Ладно, похуй. Ладно, это говно какое-то получилось. На самом деле, в итоге. Я думал, мы их убьем, если честно. Я даже не ожидал, что мы так. Ладно. Хуй с ним. Ну, они буквально два раза в Blade Mail
в меня убили. Так что хуй знает, как так вышло. Позиция неудачная, конечно, для команды. Ну тут если кого-то винить, только себя, на самом деле. Но я реально думал, что с Айгисом и Блэдмейл так включить, и они все в меня вдадут. Думаю, мы разъебем. Это не критично, один в один разменяется. Хуйня. Все, у меня есть почти радика. Мне надо сразу БКБ после радика. В этой игре даггеру нету места, потому что... Ну куда мне даггер собирать, когда мне надо БКБ срочно? Против модерна. Очень плохо, что у меня сейчас маны мало, а стиков нету. То есть, если я войду в замес в таком состоянии, я даже не могу стан кинуть. Если я кину стан, я 100% умер. Потому что у меня остальное мне выжгут. Шанс на это буквально 100%. Не меньше сотни. Your top tower is under attack. Behold, my reach extends. Fuck. Questionable. У меня есть ульт. А, у меня нет ульта. Я не успел нажать. Это очень жестко он сделал, Форстаф и Коги, это жесть. Это очень жестко вышло. Он молодец, конечно. Но я ничего не мог сделать, он меня реально обоссал. Он меня реально обоссал. Вы видели сами. Он сделал Форстаф мне за спину, сделал Коги. Да ебануться можно. Очень красиво сделал. Да, меня убили и всем пизда. Как бы. We should stop dying with Rift King and Furion first and then going in. We need to run if they die. That was a bad decision by me. Just back out if they feed. Как это написать правильно? Короче, вам плохо, не важно. Факт в том, что меня обоссали тут, по сути, из-за меня все умерли. Но не зря, конечно, пошли драться. Ну я сделал ПТ на интух, не успел нажать уже стик, просто я был в стане, я ему не мог нажать. Когда у меня были стики, у меня было два стика. И как бы ничего не сделать. Ошибки тут по сути нету, потому что я сам как бы видел их, я хотел воевать, я хотел их наебать. Но у меня клок реально обоссал. Ну это хай ПТС хули. Как бы то, что клок сделал там, это сделал бы только один из 20 человек. Я даже не помню, когда последний раз я в жизни такое видел. Вообще, я не могу не вспомнить ни одного раза, что Клок сделал форстав за спину и сделал Коги. Такого ни разу не было вообще. Наверное. Я такого не помню даже. Так что, такие дела. Очень жестко было. Пожалуй, мне стоит сделать портал. Мне топорик уже не нужен. Нужен нам. Хотя. Да, я не знаю. Не хочу продавать топор. Очень жалко. Ну без топора фарм реально намного медленнее, это ж пиздец. У меня БКБ будет дольше собираться. Смысл мне продавать топор. Бля, он скелетом не вызовет. Ну вызови, ну! Изи. Молодец. От меня спешить. Обсыкиваю, походу. Надо нафармить хотя бы молоток. Перед смертью, если я вдруг буду умирать. Хотя, конечно, не намерен умирать. Но если вдруг. Actually,
Archer is pretty farmed, so need to not throw again. Мопок есть. Если я дособираю БКБ, у них уже не будет, по сути, шансов у врагов. Как бы они только что выиграли замес, потому что у меня не было ульта. Маны не было, в смысле. Слишком жестко там Клоквик сыграл, по сути, один игрок только, один чисто человек, все сделал, он замес. Слишком неожиданно, я до сих пор не могу успокоиться после этого. Жесть. Может, он даже не хотел это сделать. На самом деле он сделал форстав очень близко ко мне. Так что мне кажется, он хотел мне просто коки взять. Короче, мы этого никогда не узнаем. Very nice time that you killed the Nyx. So I'm gonna finish the side one, boy. Questionable. Keep your thoughts to yourself. Пиздец. Это жесть, это просто пиздец. Ааа, блядство. Ну я нажимал! Нажимал как мог. Тут вины моей никакой нет вообще. И слот успел освободить, нажимал как мог, успел закупиться. Я сделал все идеально. Просто идеально не бывает. Даже купил портал, чтобы деньги не потерять. У меня вот БКБ будет, когда я возражусь. Просто все идеально сыграно. Что мы у Разора говорили? Типа Разор офармился? Это что, фарм называется? Это вообще ничего. Фаганит, все. Это хуйня useless, вообще так всего. Ладно. Что у нас с Фурионом, мне интересно. Мне не нравится наш Фурион. 1100 хп и Blackmail. Просто смешно. Не понимаю, почему Фурионы делают 4 нул талисмана и Blackmail? Почему они не делают 4 брасера и Blackmail? Как бы... Ну, мозгов нету у людей, что ты скажешь. Мне стик нужен, как бы я не могу портал носить. Без стика ходить это супер уебанство в такой игре, когда мой рук. 10 зарядов стика могут решить, кому достанется 25 ПТС. Мне или не мне? Мне надо сейчас даггер. Теперь могу ворваться на Наруба. И сразу его убить. Если я убью Наруба, у врагов не будет шанса победить замес. Ну единственный шанс это меня убить. Как бы именно убить, чтобы ульт не сработал. Больше я шансов не вижу. Хотя не, нам Джолнир нет. Я даггер не буду брать. Нормально. Нормально, но не очень. Ну да, ты будешь нагнать. Кстати, была моя ошибка. Я мог его, если бы я был готов убить. Я забыл, что у него даггер. Просто забыл. Кстати, ну, слона я тоже, наверное, реально. У него даже, наверное, больше, чем у меня, походу. Хотя не факт. Хз. Считать долго.
Разного время теряю, надо пойти фармить. Ладно. Как он его убивает? Как это вообще реально? Блять, пиздец какой-то. Играл бы я на Старке, меня бы такой хуесос никогда не убил. У него ж вообще... Он не может его убить с Рашидом, потому что если у Старка фул хп, он его не убьет все равно, это нереально. Просто не понимаю, это Старк должен его убить еще в Бэдмейл при этом. Это единственный вариант. Когда на Старке Рашид висит, и он бьет еще в Бэдмейл. Ну не может быть по-другому, это ж... Ну, блять, жесть. Смотрите, как я застрял, это просто пизда. Вы такое видели когда-то? Даже БКБ не было смысла включать. Пиздос. Она умрет. Это нереально, змейка дерева. Просто нереально. Просто фейспалм. Это жесть. У меня, по крайней мере, 10 секунд КБ. Но мне еще приходится. They always go on us and then we get fucked. If they jump me, it's bad. What we need is you for jump then. Well, I have all the damage that we need as a team, man. I just need you to initiate and my team to follow up. Your middle tower is under attack. If that happens, I can kill everyone, trust me. No, that's the glyph. Team ulting, you're initiated, not hard damage. Бля, я боюсь, если я соберу блинк, это будет очень хуёво. Не буду этого делать, конечно. Но она как минимум Джолнир, потом она сделала блинк, потом Джолнира. Я что, я ворвусь, ничего не даст. Бля, почему никто не добил? Мне постоянно бьют каждый замес. Если я соберу тут жолнир, это будет вообще идеально. Мы разора так и не убили, кстати. Когда у него будет сейчас рефрешер еще с аганимом, мне по-любому жолнир надо. Тогда молнии будет 24 на 7 хуярить. При таком раскладе. И это может зарешать. Единственный плюс блинка, что я могу его взять прямо сейчас. По сути. Да, даже туда не пойду. Мне уже страшно идти в лес. Нет, это не та игра, где блинк надо. Все, точно решил. Не то на 6 слотов будет уже. Блинк это поражение. Не, могу выиграть с блинком, но мне кажется, шансов проиграть больше. Не могу уже никак его брать. Слава. Особенно учитывая, что у Старка всякие эулы, блинки.
Мидас. Со всей итемы, которые как бы. Такие вот, не боевые. Это мне особенно надо. С инженером я буду по сравнению с ним, именно богом. Он ничего не сможет сделать мне. В бою с такими итемами. Но чисто он меня будет бить и будет умирать от радика, Бладмейла и инженера. Мне даже не надо как бы наносить удары, чтобы его убивать. Вот вся суть в этом. У меня нет никаких скадий, у меня ничего нет, даже с инженершем это. Так, ну голубой внизу. Бля, Слаг фармит нам всё. Интересно, Джолнир прокает от Джолнира? Вы видели, что с ним происходит? А если у меня будет Джолнир? Вот поэтому Блик мне не нужен. Когда там такой Сларк? Как бы... Вы видели? Ну да, он просто словил один крит. Пару ударов и... Один крит с молнией вроде словил. Пару ударов и в Бладмейл зарядился. Поэтому мне Блинк тут useless. Не то что useless, а... Как бы. Намного лучше будет уже 6 лотов. Нормально. В этот раз им пизда надо точно, уже, блядь. Я уже не верю, как мы можем с Айгисом проебаться. Хотя, ладно, плохо я пошел. Ну и отлично. Вот и все. Вот и все. Пошли без Сларка, я знал, что так закончится. Я не знаю, что эти падки морозились, это было очевидно. Ну не могут они так скелета вот так вот. Без их второго керри. Это нереально, у меня две жизни. Все, теперь у меня есть Джолнир и Айгис. И это просто полная пизда. Именно такое матерное слово, потому что по-другому это не назову. Да, это просто пиздец. Если бы я был бы за команду Сентов, на месте Сларка я бы плакал уже там. Смотришь на такого скелета и ты в ахуе просто. А что делать? А что делать? А ничего, все проигрывать. Почему, блядь? Джолнир, Бэдмейл, Радик, ты просто в ахуе. Не знаю, что делать. Надо три раза убить его. Изи. А что у нас это ФК? А, понятно, все. Найс, найс, найс. У нас хуесоса ФКшный.
Он это раз. Ты думаешь, он так не умирает вообще никак? Жесть. Не, ну хуесос, если не было ФКшно, это было бы изи. Это хуесосный АФКшник все залил нам. Дал мне шансы небольшие. Хотя. Да, Тараска, это жестко, конечно. Надо рефрешер. Срочно. Лучшая верка, блядь. Я всегда делаю рефрешер, начинаю с Обливиана, кстати. Потому что ДПСик. Персевранс юзу сюда, на той стадии. Я, наверное, оставлю на байбек, на всякий случай. В такой игре. Я, может, даже сделал сначала тревела. И это, и байбек еще. Как бы, куча всего. У меня БКБшка 9 секунд, я берегу ее. За скелета нету смысла юзать пока, да? Моё, надо добить. Изи катка, плюс 400. Обожаю некра против скелета, они useless полностью. Они только фидят меня. Да, я, пожалуй, на байбека ставлю. Это... Не хочу проигрывать, потому что я потел. Блять, бой моего прошел. Вот это я даун. О, мы сейчас прорвем из-за меня. Полностью. Ебать, это я даун. Что я сделал? We need to respect them more. Can't just walk out and... Ой, блядь. Это я даун. Бать, это даун! Это даун! Если мы из-за меня сейчас пробьем, то я сгорю просто вообще в ноль. И байбека даже нету. Это просто нереально. Неруб так жестко контрит. Сколько мне выжих, это просто пиздец. Просто миллион. Вот это жесть. Бать. Меня сейчас, блядь, схорит все, да. Как можно было так проебаться? У меня миллионы выжиг, просто миллионы. И сейчас луна умрет, у нее байбек есть. А хуй знает. Сосите хуй, блядь, какой. Let's go play. Ну, убейте хоть Неруба. Понятно. Норм ДНГ. Это была критическая ошибка от меня. Жесть. Просто жесть. Это чмо. Что надо было так и зафейлить? Да, а теперь он жесткий. Он чисто внезапно еще и рефрешер собрал. И дополнение к трасочке. Thoughts to yourself.
Надо забрать Нишку внизу, пока у них нет виноманса. Они ее не будут дефить, мне кажется. А, понятно, куда он дался. Зачем тут было отдаваться, я не знаю. Я же сделал! Что это было? Почему я в стане? Просто в шепот! Умри, сын! Сын паскуды, сын говна, сын вонючий урода. Ненавижу! Сын шлюхи поганой. Ой, блядь, мы не выиграли. Разора убить второй раз будет сложно. Иди нахуй. Сын дерьма ебучего. Если меня сейчас убьют, они меня... Блять, я уже заговариваюсь. У меня 14 сек. Го топ! Ладно, go back. Get out, friends. War is torn. Oh shit, I'm dead. Мы могли пойти еще на топ. У них было еще без байбеков 25 секунд, два героя. Я куплю обливин для начала. Why? Jeez. Что за хуйня, что там? Если я смогу нафармить рефрешер, то я, пожалуй, байбек не могу держать. Потому что... А рефрешер это мощь. Мощь. Это два БКБ, да, это все. Два он же мира, два бойнмейла. Я их обоссу с такой мощью. У меня сколько еще? 8 сек. Найс. За скелет это классно, потому что можно БКБ держать долго. За всех других героев тебе надо его прожимать по КД и... пиздец. А за скелет как бы ты не прожимаешь вообще его первую жизнь, обычно. Но иногда надо прожимать, когда тебя ману сожгут. Вот как здесь. Но я там вообще в ахуе был. С того моноберна. Так, сколько мне надо еще? Ну и чё? Я пробамжил, нет. Пфф. Свапа не было. Почему я бам? 3550, скорее всего. Так курицу туда слать надо, я не знаю, рискованно. А чё, хелпа нету? Лол. Минус один. Ну, у Разора байбека нету. You make all the fights so hard, guys. Like, against Clockwork, don't run into them and let him clock everyone out. Я не знаю, почему его... Все, ладно. Хуй с ними. All you need to do is stay in base there and wait for Windrunner and base. Не, то что он говорит, это хуйня, надо было драться. Да, мы теперь байбек потрачен и... Они со мной не согласны, и короче, и в итоге... Они не идут, а я иду. Это борода. Да, надо на Рошана пойти. Wise counsel. I'm always at my best. Они туда пойдут на Рошана. Это пиздец.
Это очень плохо. Это очень плохо все. Puppy paws. Ну, Бэдмейл, собаки. Вот так вот лучше. Хуй вам, а не Рошан. Бля, мне надо выжить. Короче, хуй с вами, гайз. Ну, прям молодец. Да, мега есть. Начну Рошана дефить. He TP'd out, I think. Сейчас заберем Рошана, наконец-то плюс 25, блять. Конченая игра. Dude, why? Oh my god. Ну, убейте Рошана. Просто Рошана убейте. Наконец-то, блядь, плюс 25. Вот из-за этой одной единственной ошибочки критической вот здесь так все могло хуево закончиться. Если я нажал тогда БКБ, они бы тут все умерли. Мы бы уже закончили. Хорошо, что я на Рошана пошел, то они бы могли бы в пятером просто сейчас, когда они все пятеро живы, даже с мегакрипами, они бы нас вынесли. Разор с Аегисом, это пизда. Всего-то шмотками. Даже охуеть можно. Они и сейчас хотят выиграть еще сын из шлюх. Блять. Луна и байбека нету. Луна сейчас умрет. Убей этого Наруба. Молодец. Я могу купить травела. Я не знаю. Да, все, конец. Но я снова куплю травела. Отмечать победу приеду. Нет, нет! Сука! Ну! Бать, это был пиздец. Че я только что увидел? В моих глазах эта тычка последняя летела, не знаю, минут 10. Я знал, что сейчас будет, блядь, там двоих убьет. Жесть. Бля. Изи, сука. Так, ну все, короче. Это была одна игра, просто так постримил. Конец.